Здравствуйте. Перед докладом я подготовился. У нас есть ссылка на слайды, а также я доступен в различных соцсетях по одному и тому же хендлу. Пару слов обо мне. Я пишу код с 2011 года. Начинал с C++ и Qt, но в 2012 году понял, что хочу работать удаленно. На тот момент на C++ работать удаленно было невозможно. И я решил пересесть на Ruby. В 2021 году я Точно так же решил пересесть на Эликсир. И теперь я full-time Эликсир-разработчик в компании Врон. На Ruby я делал, так как я работал достаточно длительное время, я делал всякое. Платежные системы, доставки, REST-интеграции, интеграции через Iframe, Image magic. В общем, прошел весь путь от джуниора до Team Leader. Что касается Эликсира, не зря мой доклад называется «Три попытки перехода на Эликсир и 8 лет. И поэтому первая моя попытка была в 2014 году. Коллега перешел на эликсир и очень восторженно о нем отзывался. Я не смог сопротивляться и тоже решил посмотреть. Прочитал несколько книг, несколько той проектов сделал. Но на тот момент я еще сам не чувствовал себя достаточно уверенно как программистом и не был готов сменить работу. И так как-то это и затихло, и заглохло. Второй подход у меня случился в 2019 году, прошло ни много ни мало пять лет. К тому моменту язык, конечно, стал гораздо более взрослый. Мейнтейнеры за это время планомерно улучшали и разрабатывали его, последовательно и полномерно. Также, так как достаточно ну, приличное количество уже и больших проектов, на эликсире было написано, то разработчики нашли и best practices для типичных задач. Также полгода где-то я изучал эликсир, но по личным делам не смог сменить работу. И третий подход у меня случился уже успешный в 2021 году. Конечно, с третьего раза одни и те же книги и концепции заходили куда как более просто и понятно. Понял в какой-то момент, что готов к продакшн-коду. Ну, также той проекты, и все, все как обычно. И в общем-то с начала 2021 года э, я работаю full-time эликсир разработчиком в компании Врон. Хотелось бы рассказать, чем же меня так эликсир зацепил. Вообще начну с того, что э, расскажу про ментальные модели. У нас вообще языки это перевод наших ментальных моделей к другому объекту. Что касается лингвистических языков, это передача другому человеку. Что касается языков программирования, это передача наших ментальных моделей Компьютеру. А так как у нас у каждого человека ментальные модели разные, соответственно, и средства нам нравятся разные для передачи тех или иных ментальных моделей. А еще, плюс ко всему, у нас индустрия достаточно молодая в рамках исторического периода. Вот. Мы можем выбирать то, что нам нравится, то, что отражает наше мнение больше всего. Так вот, и почему же мне нравится эликсир? Во-первых, мне очень нравится моделирование реального реального мира. Еще будучи Ruby-разработчиком, я прочитал отличную книгу, всем рекомендую, Сэнди Мец, это Practical Object Oriented Design in Ruby, которая хоть и для Ruby написана, и объектно-ориентированная, что не совсем вяжется с эликсир функциональным программированием, но она как-то очень пересекается, и я всем очень советую. В эликсир Actor Model, и он очень близок мне скажем так, я очень люблю программы, написанные с помощью Actor Model. Чем мне еще нравится Эликсир? Тем, что достаточно просто разделять большие куски на мелкие. Actor Model сам по себе э, стимулирует изоляцию, но в Эликсир еще есть специальные средства для этого, их достаточно большое количество. Пример, как нет разделения памяти. У, в Эликсир нет разделения памяти между различными процессами. И garbage у коллектор каждого, у каждого процесса, также свой. Соответственно, нам не нужны ни семафоры, ни мьютексы, ничего этого нам не нужно. И нам не нужна синхронизация вообще, потому что у нас нет двух процессов, использующих одно и то же. И для примера я покажу определение. То есть для того, чтобы на эликсире создать асинхронное хранилище данных ключ значения Все, что нам нужно, это объявить модуль и унаследовать поведение э, Gen Server, стандартное поведение эликсира, которое он унаследовал от Erlang. Дальше мы объявляем клиентскую часть. То есть клиентская часть — это API для нашего, для нашего сервера. Следом мы определяем серверную часть, это то, что будет происходить у нас на сервере. И мы готовы к, к использованию. Соответственно, мы создаем этот поток, получаем его процесс ID и дальше используем этот процесс ID для хранения и получения данных. Все, ничего больше не нужно, у нас уже готовое синхронное хранилище данных. Поломка, даже поломка этого хранилища данных не поломает ничего в остальной нашей программе, если, конечно, мы не захотим этого осознанно. Есть средства для того, чтобы соединить эти процессы. Еще хотелось бы сказать, что garbage collector, как я сказал, у каждого свой бим процесс бим это виртуальная машина эрланга которую эликсир унаследовал бим процессов может быть очень большое количество и все оно между собой ну в общем связано но в то же время не ломает одно другое но есть и минусы конечно в этом подходе это то что garbage collector и в том числе процессы Потребляет больше памяти, так как нам нужно дублировать все данные, которые используются в двух разных процессах. Чем еще мне нравится эликсир? То, что есть одновременность, как в реальном мире. На BIM, как я уже сказал, может быть миллионы различных легковесных процессов. Это не то же самое, что процесс в операционной системе. Также есть э, уже встроенная в систему э, Erlang, и соответственно эликсир это унаследовал. Различные процессы могут обращаться друг к другу. Как будто они находятся в одной виртуальной машине, но при этом они могут находиться не только в разных виртуальных машинах, но еще и на разных серверах физически. То есть обращаются внутри программы, они как будто они э, находятся рядом. Также, что мне нравится, это механизмы отказоустойчивости. Это э, в Эликсир это называется "Let It Crash", когда мы позволяем какой-то части системы ломаться, крашиться и восстанавливаем ее из заведомо правильного стейта, то есть заведомо чистого, с чистого состояния, скажем так. Вот. Также, естественно, есть и стандартные механизмы обработки ошибок, как вот, например, код rescue, как, как в Ruby, как, ну, как во многих языках. Но вот что отличает эликсир от Ruby, это то, что и что мне нравится, структуры данных, они и вообще программирование более низкоуровневые, чем Ruby. Во-первых, структуры низкоуровневые, а они дают и гибкость, и в то же время удобство. То есть это больший баланс э, для меня лично. И также существуют такие вещи, что эликсир способствует правильному написанию кода. Э, для примера, в Ruby у нас есть только массивы, а в эликсире есть разделение на списки, ну, то есть linked list, и на, собственно, классические массивы, они называются таплами. Вот, которые хранятся в памяти как в ячейках одна за другой и в вот linked list, как на примере там его можно итерировать но при этом к листу не имеется возможности иметь доступ через индекс противоположность этому таплы наоборот не могут иметь возможность быть итерированными то есть к ним нельзя один за одним обращаться потому что это неправильно зато есть удобный доступ по индексу. Это, как пример, более низкоуровнево относительно Ruby. Также, так как я в прошлом рубист достаточно длительное время работал на Ruby, я и, что немаловажно, создатель эликсира Хасевалим, он пришел из Ruby Community, он забрал с собой все лучшее, что есть в Ruby, в эликсир. Во-первых, это похожий синтаксис все мы знаем, какой в Ruby хороший синтаксис, и я, честно говоря, Ruby полюбил в первую очередь из-за синтаксиса. Вот. И мы можем посмотреть, что код слева — это код на эликсире, а код справа — это код на Ruby. И, в общем-то, отличие крайне минимальное. У нас даже Project Manager сказал, что я вообще не всегда понимаю, какой код написан на Ruby, а какой код на эликсире. То есть настолько они похожи. Также код Феникса похож на рельсовый. Вот, как, как пример, это action-апдейт ну, какого-то контроллера. То есть, также тот, кто знает Ruby, вполне себе может прочитать это достаточно без проблем. Также Hotwire, который сейчас э, в рельсы не так давно добавили, они вдохновлялись э, LifeView, который изначально был в Phoenix. Также, что мне очень-очень нужно, это привычное удобство для разработчика такие вещи, как консоль или или аналог рейк который в эликсир называется Микс. все это э, хасавалим взял на мой взгляд лучшее из рельсов и из руби и вопрос сложно ли эликсир после руби э, на мой взгляд опять же я возвращаюсь к ментальным моделям я почувствовал как будто я сбросил камень с плеч то есть ничего того что мне нужно было в руби и нет этого в Эликсире, я не заметил, честно говоря. А вот все остальное – это функциональное программирование, там паттерн-матчинг, все это настолько близко мне, я настолько м -м, радуюсь, когда программирую с помощью этого всего, то могу сказать, что для меня это, ну, вот это не было сложным. Хотя на различных форумах я читал, что очень многие продолжают писать объектно-ориентированный Ruby код а, на на Эликсире, что совсем неправильно и Код страдает, естественно, от этого. Ну, привыкнуть также нужно к тем, что модули вместо классов, и, объекты, э, и процессы вместо объектов, но ничего критичного. Также плаг э, Феникса совсем не Railsway. Это фун, полное фун, э, функциональное программирование, когда э, данные проходят через функции, э, модифицируясь, и в нашем случае с э, Фениксом, добавляя там response и так далее, хедеры и вот таким образом строится HTML в ну или или там JSON, неважно в Фениксе. LifeView сильно отличается от рельсовых вьюх но сейчас вот как есть Hotwire, как как я уже сказал, и при этом в Эликсире есть стандартные вьюхи такие же как в, в рельсах, так что это также не разница. Все меньше и меньше с течением времени становится в этом аспекте. Также, что может быть проблемой в эликсире после Руби, это то, что, также читал на форумах, что не все понимают, что такое этот краш. И поэтому используют это неверно. В этом тоже могут быть некие проблемы, но, на мой взгляд, все это решаемо. И хотелось бы сказать, какие же у меня впечатления после года работы. Все, конечно, очень субъективно, но если спросить меня, стоило ли... Эти три попытки, 8 лет, я скажу, что однозначно для меня стоило. Я полюбил функциональную модель Erlanga, ну, эликсир, который унаследовал ее. Также синтаксис эликсира прекрасен, то есть я также его люблю, как Руби. Ruby. После Руби-монолитов Ruby это крайне быстро, крайне быстро, просто, можно сказать, мгновенно после эликсира, после Руби. После и LifeView, по сути, это Hotwire, который задумывался изначально и вследствие этого, конечно, на мой взгляд, гораздо более проработанный. А эта технология, это будет развиваться, на мой взгляд. Вот что м -м, можно обсудить: то, что эликсир это не руби, это точно не руби. В эликсире другая композиция кода, что Phoenix Life View это киллер фича Феникса, на мой взгляд. Бим с тег-трейсами наружу. Сейчас вот в 22 версии он стал юзер friendly, то есть developer френдли, можно если так сказать, то, что эликсир имеет backpressure к Erlang и к BIM это на мой взгляд очень важно, то есть эликсир не как в пустоту, скажем так, это свои комментарии выдает, нет, это достаточно сильно влияет на всю экосистему, также можно сказать, что и обсудить, что эликсир развивается методично и целенаправленно, и с одной и той же скоростью, и это создает какую-то какую, -то, какую -то уверенность, что ли, что это так и будет дальше продолжаться. Эликсир можно попробовать использовать как замену Go для распила монолитов, скажем так. Предлагаю вернуться в студию и обсудить эти, либо другие интересующие нас рубистов вопросы, связанные с эликсиром.